Ребята, всем доброе утро. Ну, как говорится, кто рано встает, тому, короче, Бог подает. Так вот, мы приехали с сыном на распродажу, на, короче, базар. Но мы приехали продавать. Мы будем, короче, с сыном продавать. Ну, конечно же, что-нибудь и купим. Но пока что мы ждем вот в такой очереди, пока нас, короче, впустят. И походу это все всем открывается. Мы уже тут в 6 были. Ну, хорошо, что мы встали пораньше, приехали, потому что вот какие очереди. Мы, ну, сравнительно еще очень близко, короче, к началу въезда. Ой, блин, еще надо будет, наверное, минут 15, короче, посидеть, и тогда нас спустят, и тогда уже дальше покажу, что мы там продаем. Наконец-то мы начали двигаться. У нас тут сопровождающий, все культурно, вон где мужик стоит, все, короче, разруливает. Ой, ничего себе, они только напрямую едут. Что-то как-то нечестно. Пошел, наверное, разруливать, что там такое. Почему они так прямо поехали? Потому что все, кто продают, заезжают вот сюда и едут наверх и становятся в очередь. Эти просто два пролетели. Сейчас уже будем за вход платить и раскладываться. Стоит, показывает машина, еще проезжает. В общем, нас еще не впустили, а там уже такая движуха. Короче, все такие наглые по второму ряду лезут, типа, без очереди. О. Только там уже продавцов. Короче, я только подъехал, так налетели на меня. Смотрите, во. Да, толпа только разложился. Все. Morning. Morning, guys. Nice one, thank you very much. Так, продали уже что-то. Вон, каску продали полицейскую за 12 фунтов. Ну, я там за 3 купил когда-то. Ну, короче, тут кипиш продолжается. Смотрите, по коробкам прям шарится. Ну вот, у нас движ продолжается. 20, yeah. Buy, it costs around 30 quid. Because this is the black magnet. It's a good brand. Мелкий тоже помогает. Короче, движуха происходит. Уже денежек заработали тоже. Ну, well, definitely. Короче, в общем, вот такие документы. Тут товарищ купил знакомый. Ну, это, блин, ну, подъебки, грубо говоря. Вот. Короче, говорим, неси назад, у кого купил. Ну вот, у нас уже такой стол собрался. Мелкий все раскладывает. Хоп. Так. О, как у нас тут все работает. Короче, да, тут человек купил так, ну, фуфлыжные вещи. James, please. £2 each, maybe, on the policy bank. They was used to expensive, because people was thinking, oh, original ones. Like 20 years ago, when they come. Yeah. When they come to Ukraine, to Poland. Ну вот такие жетоны фуфлыжные тоже ему подогнали, блин, к сожалению, жаль человека. Хороший товарищ. Вот. Ну это видно, что жетоны оригинальные, сами, да, выкопанные, бляшки. Но вот нанесение на них, конечно же, никудыщее. Вот. Yeah, they are definitely original, but they are 1970s, 1960s, you know, real Soviet Union. О, у нас тут полным ходом все идет. А тут вообще народу. У нас за 15 минут, буквально вот за 15 минут столько, короче, денег продалось. 65-60, короче, 7 фунтов заработали за 15 минут. Нормально. Дело ходовое. Я точно это знаю. Давай-ка быстро по вещам прибежимся, что вообще сегодня у нас на продажу. Это британские каски, фуражки. Еще пару касок. Вот тут еще две каски. Это бинокль.
За эту вот за эту вазу много спрашивали люди. Фляги. Это у нас от британского бинокля. 43-й год. Бумаги, бумаги, бумаги. Вот опять же окопное творчество. За это тоже спрашивали. Гильза такая. Коробочки. Макулатура, фляга. Фотки. Фоток целая стопка, хорошие фотографии. Какие-то монетки британские, там советские награды, подсигары. Магнит. Литовский ремень. Котелки. Чуть-чуть капонина. Купили, кстати, один бубенец. Вот такой. Книжки. Еще пару ремешков. Погоны. Грамоты. Целая стопка. Эти морские штаны. Еще какие-то пару униформ. Его этот полковник. И много народу тусуется. Отправляем сына на разведку. Говорю, иди прогуляйся, может, что-нибудь тоже найдешь для себя. Так, так как у него сегодня зарплата тоже будет. Так вот, первая часть аванс, смотри. Все, погнал. Так, денежки зарабатываем. Так. Two here. Yeah. And I'll give you. How much is? 15. 15, да. Так. And a quid. Thanks. Так, еще. 17 заработали. Вон гильзу продали. Он ее там пакует. Вот, положил. Да, денежки потихоньку накапливаются. О, побежал. С моей гильзой. Поставить где-нибудь ее дома будет красоваться. Так, что у нас по нынешним итогам? Ушла, короче, гильза одна ушла. Один вот котелок ушел. Короче, медали советские, ну, послевоенные, конечно же, ушли. Подсигар один ушел. Мелким, короче, дети подходят. Я говорю, возьми себе монетку, выбери одну. Так самых там куча. Вот. Документы ушли. Отсюда пару вещей ушло. Потом, что еще ушло? Ну и все, ну так, по мелочи. Сидим, общаемся с людьми. А, ну патрон еще один ушел. Вот. Сидим, короче, тусуемся, скоро уже поедем домой. Будем итоги подводить. Нет, вы не в Англии. Вы на моем пятачке. Люди интересуются. А. Все, мы спаковались. Вот, все уже в машине. И подводим мы итоги по сегодняшним пару часов продаж. Так, 20, 30, 50, 70, 80, 90. Ну, плюс еще 9 надо было за место заплатить. Короче, 90 и 50 копеек за пару часов. Постояли, с людьми пообщались, поприкалывались. Вообще, считаю, неплохо. Вот, все, едем домой.